Здорово, Ютуб, с вами Проф. Сегодня мы делаем перековочку. Вот, собственно, тут я купил уже два джекпота каким-то магическим способом, но мы не об этом. Значит, накопилось чуть-чуть талантов, да. Отмечаем, значит, 6-7 таланты. Рубрика у нас сегодня с вами что? Правильно, куй с Профом. Ни разу не украденная рубрика. В общем, давайте смотреть. Первая строка, чтобы было... Нет, давайте не по строкам, давайте просто вот так вот вводить, вот так вот мудрить. Самые полезные таланты я не буду перековывать. Какие-нибудь апы кораблей я тоже вряд ли буду перековывать. Вот это говно. Сразу, я не знаю, какой... В идеале вообще мне... мне не нужны криты, мне, ну, как бы это странно не звучало, у меня много с этого на криты. Я даже, если честно, не знаю, что мне нужно, но чисто из логики такой, что на всех героев нужно или 15%, или криты, я все-таки, скорее всего, буду перековывать, потому что 15% у меня далеко не на всех героях стоит проточенное. Вот, накопилось тут чуть-чуть легендарных кристаллов. Сейчас перекуем с вами таланты. И сета на антиконтроль, конечно, не сильно хочется. Ладно, я его потом докину, если он вдруг... Один талант на силу мне может пригодиться, два вряд ли. Из этого дерьма... ХП... 506 ХП. Сейчас владельцы ХПшных жаб скажут: ты что, Вася, дурак? А я скажу: нет. Мне просто нахер не нужна ХПшная жаба. КД и... Эта хрень. В принципе, один может пригодиться, второй перекую. Дудка нахер не надо из Крика Рока. Из призывателя. Ну окей, пускай один талант будет. Что тут еще? Можно книгу перековать. Редко я использую эти книги на кого-либо. Вот этот талант. Баночку. Ну я ее пока оставлю. Это рарная на данный момент тема. Вот этот кал мне не пригодится никогда в жизни. Хитра, в принципе. Из талисманов, ну, не, наверное, оставлю. Так, седьмая херня из КД-сета тоже надо. В принципе, наверное, на этом... Я не знаю, тут в шестой строке у меня... О, два дракона, седьмых, нихера себе. Я и не знал. Все, на этом остановимся. Тут уже более такие ценные таланты пошли, которые мне не хотелось бы перековывать. На этом мы остановимся. Итак, первый заход. 450 кристаллов. Поехали. Бля, не хочется нажимать кнопку. Я понимаю, чтобы... Ладно, только ради видоса. Поехали. Бам. Из полезного на крит выпал один талант. На 15% выпала пара талантов. Все остальное полная хуйня, которая мне не пригодится. Возможно, вот этот талант я еще заберу себе. Это у нас третья строка, такого у меня вроде не есть. Но этот на 7. Возьмем. Таланты на антиконтроль. Ну, ребят, объективно, это, так сказать, масса, которая мне не пригодится ни на каких героев. Возможно, кто-то из вас играет там на Асуре с антиконтролем или на какой-нибудь еще херне. Кто-то, кому-то эти таланты ценными покажутся, мне нет. Давайте еще разочек. Бам. Снова. О, кстати, вот с пробиванием талантов это ценная тема. Опять же, с крита тоже очень ценная тема. Ну и здесь нам выпадают таланты, которые у нас уже присутствуют, да? Присутствуют? Присутствуют. И на хитру... В принципе, давайте так, вот эти оставшиеся кристаллы, здесь нету ценных талантов, для меня здесь нет ценных талантов, ценные я позабирал, это крит, это пробивание талантов, то есть вот они, более-менее ценные таланты. Вот это вот мы сейчас выберем сет, я не помню, какой там сет у анубисов, давайте посмотрим, где наши анубисы, любимые, хорошие анубисы. Подскажите мне, какой это сет? Да где анубисы-то, алё? Вот они. Это сет у нас со звездочкой.
со звездочкой, давайте посмотрим. Эпоха легенд. Выпадет ли за 240? Ну, конечно, шансы очень маленькие, да, но попробуем. Попробуем выбить что-нибудь из анубисов. Поехали. Бам. И сет на КД, это я сразу забираю, это очень полезный талант. Сет на КД на многих героях юзается. Книга. Слушайте, в принципе, книга это тоже ценный талант, достаточно. Давайте заберем, ну, типа, ну, перековывать седьмую книгу, лол, что? Нет, я этого не буду делать. И сет на микростан талант на вторую строку. Мейн стат дает. На меча на амазонку заходит, по идее, этот талант. Ну окей, давайте найдем тогда то, что мне еще не пригодится. Хороший дроп. Все три таланта достаточно интересные. Я не знаю, что тут по Шурику. Сейчас какую-нибудь хрень найдем. Какую-нибудь хрень я там вроде оставлял. Ну вот, например, потенциал на 35, да? Это хороший талант, конечно, но маловато для нынешнего времени статов. 35. Хотя, это мейн стат. Жаба задушит меня такое перековывать. Я там какой-то талант оставлял вроде из талисмана. Ладно, давайте банку перекуем, банку вряд ли, ну реально, ускорение я вряд ли на кого-то буду ставить. Конечно, она дает 19,2 хитрости, это достаточно много для пятой, да? Да, не буду перековывать ее, сори, басы, я не знаю, что перековывать, давайте, хорошо, давайте так. У меня очень много талантов силовых на... Не бейте, плиз, я перекую вот этот один талант. Я перекую из призывателя, это 6 звезд, да? Призывателя я точно не буду юзать. Прям, ну точно не буду юзать. И еще один из призывателя я хочу перековать. Разумный вот этот аналог. Я тоже, ну я не буду это юзать, ну не буду. Ну просто, ну, мне это не надо. Просто, все, 2 только могу, да? Нет. А что я выбираю? Мне 92 кристалла, ебать. Давайте купим кристаллы. Или если я сегодня купил, уже нельзя? Тогда последний талант. Последний талант, парни, все. Вопрос нет, фу, я уже... Перековываем, короче, вот это говно. Вот это говно просто перековываем из призывателя. И тема закрыта. Шестая строка, вот это говно. Звездочка, оп. Оплот. Ну, не совсем то, что хотелось, конечно. Но тоже нормально. Вот. Ну, что сказать. Вы у меня любители коротких видосов, поэтому... Не знаю, сколько видос длится. Поэтому спасибо всем за просмотр. Вот такая у нас вышла перековочка. Оплот, ну, в принципе, ну, окей, зайдет, может, на кого-то из танков. Тем более его бустанули. С вами был Проф. Это была перековка, значит, седьмых талантов. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. А, не забывайте оценивать и подписываться на канал, естественно. Пока-пока.